Сегодня у нас пятница, 18 января 2019 года, 12 часов. Вот загружаю мои видео, которые сняла вчера. Переезд, мой переезд. Мою квартиру на Комендантский, 32192. Вот такие вот дела. Вот, Просперусенька. Это мой котенок Просперуси. Девочка говорящая. Просперусенька. Просперусь, девочка говорящая. Просперусенька, а что там у тебя на глазике? Что там на глазике у Просперуси? Просперусенька. Мауси? Просперусенька уже покушала? Ну, Просперуси! Ты чего цапаешься, Просперуси? Я иду кушать. Я тут загружаю видео. Иду кушать. В общем, мойку. Мойку не привезли. Ой, в общем, это в ванной. В общем, вода у меня в ванной. Здесь, в общем, вещи разгружаю, так скажем, рассортировываю, раскладываю. Здесь заварила чай, сейчас буду пить. Буду пить чай, вот такие вот дела, куда здесь так красивенько поставить. Так что вот, подключил я уже холодильник. Холодильник, в общем, с молоком. Кофе пока, кофе же у меня здесь, что же я чай заварила? Ну, в общем, заварила чай. Заварила чаю, как тут поставить по эти видео. Ой, это утонула эта штучка. Вот чайный пакетик. Чайный пакетик. Очень короче. Чайный пакетик вот сюда. В общем, чай с молоком на завтрак у меня. Такие вот дела. Татьяна Салмановна, Мактум Сейфуддин. Это я. Это я, с чего бы себя тут заснять. Вот, наверное, с этих хлопьев. С хлопьев как-то я себя тут засниму. Так что вот. Загружаю видео. Конечно, приехали. Приехали во сколько мы тут? Разгружали. Разгружали уже. 9-10 часов было, пока я здесь. Пока кровать Василий Валерьянович собрал. В общем, пока стол. Так что не стала я загружать вчера видео на мой канал Ютуба. В общем, уезжаем. Машина там. Грузовая наша была застрявшая, пришлось ее тросом вытаскивать Василию Валерьяновичу. В это время на охрану позвонил Арлов. И сказал Василию Валерьяновичу, что я там написала на моей странице, что что-то там за 1,5 миллиона, эллинг. Ну да, я написала. И что они сказали? Василию Валерьяновичу, в администрации, что если я за 1,5 миллиона продам, то это будет хорошо. Я продаю ему эллинг за 8 миллионов рублей. Имейте это в виду. Так что вот, Татьяна Салмановна, Мактум Сейфуддин. В общем, вот это количество вещей поместилось. Четырехметровую газель. В общем, до скольки там ребята носили? А с полтретьего, с трех. В общем, где-то с полтретьего, с трех. Наверное, выехали, может, там 7:30. Вот такие вот дела. Заплатили мы им с Василием Валерьяновичем наличными деньгами. Около 17 тысяч рублей. Что-то там, 17 или даже больше. Имейте это в виду.